Позвольте начать с банального вопроса. Мы задаем его всем нашим гостям. Почему вы решили принять участие в Евровидении? Как принималось это решение? И как вас поддержали ваши знакомые, друзья и близкие? Наверное, мы хотели принять участие в Евровидении весь 2016 год. Получилось так, что в прошлом году я имел непосредственное участие. Я помогал своему другу, который тоже был в кандидатах. Вот. И я посмотрел, что этим занимается телеканал СТБ. А я знаю, что они всегда делают грандиозное шоу. И уже конкретно был нацелен на то, чтобы в 2017 году попасть с группой туда. Кому вы помогали? Аркадию Войтику. Есть мнение, что Евровидение в первую очередь политический конкурс, и это доказывает победа Джамала в прошлом году. Вы согласны с этим? Проверим. По большому счету, да. Ну, как раз хотелось бы, чтобы с нашим выступлением как бы Украину не ассоциировали с кризисом и с всем тем, что сейчас происходит в стране. Хочется добавить немножко позитива, немножко радости, хорошей музыки. Действительно, ваша песня, с которой вы участвуете, отличается от основного творчества, как вы сами об этом не разговаривали. Почему вы выбрали эту песню? И какой должна быть песня, чтобы победить на Евровидении, по-вашему? Ну, во-первых же, конечно же, эта песня действительно отличается. Это еще один эксперимент для нас, чтобы посмотреть новые грани своего творчества, да, попробовать. И так как у нас до этого момента мало было таких песен, мы решили, что да, вот эта позитивная песня как раз должна стать участником отбора. Она называется «Make it real», что значит «воплощать мечты», и это очень отличный месседж вообще не только для людей Украины, а и для людей вообще ближнего и дальнего зарубежья. И все-таки какой должна быть песня, чтобы победить, по-вашему? Она должна быть яркой, модной, стильной, позитивной и жизнеутверждающей. Евровидение для вас – это возможность чего? Можете продолжить? Может каждый из нас сказать. Расширение аудитории. Да, во-первых, это, конечно же, возможность быть услышанными широкой аудиторией. И лично для нас, как для группы, Евровидение может помочь реализовать наши все творческие планы. Ну, и творческие мечты. Состоявшаяся группа. Молодая группа, которая развивается. Вот. Есть куда стремиться. И хотим все-таки достичь, ну, не предела, а вот тех вершин, которые есть у каждого из нас в сердце. Готовы ли вы сломать стереотипы и победить на конкурсе второй раз? Как правило, не было еще прецедента, чтобы Украина и вообще любая страна побеждала на конкурсе второй раз. Ну, мне кажется, для начала нужно пройти в финал, а дальше уже думать о следующих победах. Но было бы прикольно. Исходя из названия песни, да, мы мечтаем о самом большом и светлом. Поэтому... Понимаете, на самом-то деле хотелось бы действительно достойно представить Украину. Я не говорю сейчас о победе, потому что, в принципе, ну и другим странам тоже иногда нужно давать победу, потому что мы участвуем 13 раз в Евровидении и отличались там очень много раз. Вот. Но достойно представить – это главная, наверное, задача любого претендента. А расскажите, пожалуйста, что происходит вот накануне первого полуфинала, 4 февраля уже первый эфир. Как изменилась жизнь вашей группы? Сколько репетиций в неделю, в день? То есть проходят ли у вас какие-то генеральные репетиции? И была ли встреча с организаторами конкурса? Да, мы уже встречались в воскресенье, вчера. Да. Там снимали ролики, да, рассказывали, как, что готовили. К этому, в принципе, настраивались. Репетиции наши как группы, в принципе, они у нас и так в плотном графике всегда происходят, на них никак это не отразилось, но добавилось просто. Нам добавилась нагрузка. Поэтому, ежедневных событий, да. Да. Спать стали меньше, просыпаться. Но крепче, да. Ну, конечно. Но это все прикольно, это все прикольно. Классный опыт. Да, у нас были собрания уже, где мы обсуждали концепцию номера, вот, где кто стоит на сцене,
какая должна использоваться графика, какой свет, какая одежда. Вчера занимались съемкой визитки. Сегодня вот утром мерились. Сегодня мерились, вечером будет репетиция с бэк-вокалом. Вот. Ну, все кипит. Мне было интересно, принимали организаторы непосредственное участие в подготовке номера, либо же это все на ваше усмотрение и... Они во всем помогают. Они помогают, да. Все, что мы... Они выслушивают ваши предложения и предлагают, что могут они сделать. Но, в принципе, я думаю, что на будущее, если кто-то будет участвовать, и если будет организовывать этот телеканал СТБ, то, в принципе, номер могут сделать действительно с нуля. Все ли участники вашей группы единогласно согласились участвовать в Евровидении? Или были у вас какие-то разногласия? Даже те, кто не в группе, согласились участвовать. У нас разногласий не было, потому что это очень хорошая цель, позитивная. И это для нас, во-первых, перспектива, и, во-вторых, очень хорошее испытание. Потому что Евровидение – это уже немножко другой уровень. То есть, да, я был в талант-шоу. Талант-шоу смотрят одни люди, Евровидение смотрят уже люди другого полета. Вот. Если рассматривать вообще музыкальную структуру, да, то есть люди очень важные. Талант-шоу хотела спросить, ну, вы как участник, Рома, не сомневаюсь, что вы положительно оцениваете эти шоу как возможность да, показать себя, но многие их критикуют. Почему? Потому что они сделаны под копирку в нашей стране, и вот одинаковые. Действительно ли это площадка для старта, по вашему опыту? И да, и нет, по моему опыту. Дело в том, что я принимал участие в X-Factor в 2011 году, и это немножко был другой конкурс, нежели он есть сейчас. Это был второй сезон, все ошибки были исправлены по отношению к первому сезону. Это были другие постановщики. Вообще вот дух атмосферы был другой немножко, нежели я наблюдаю сейчас, что там происходит. Касательно хорошая ли это перспектива, да, для быстрого старта да. Но если бы не выходили следующие сезоны. Выходит следующий сезон, точно так же телеканал пиарит это все, люди видят новые лица. Вот. А старого участника забывают, и нужно прилагать очень много усилий для того, чтобы быть на плаву. И кто бы что ни говорил, не все зависит от человека. Какие-то обстоятельства могут препятствовать тому или иному выходу песни, выходу клипа. Мы очень долго работали над тем, чтобы стереть немножко вот шлейф X-фактора, потому что относится как-то, ты с X-фактора, ну, понятно, попсовик и все тому подобное. Ну, вот участие рок-музыканта в Евровидении это не первое, не впервые даже был случай, когда рок-группа победила, но вы на что делаете ставку? На музыку, на вокал, на шоу? Во-первых, это, не рок, да, мы чуть-чуть переформатировались, да, немножко. Вот. Да и не были мы конкретными такими рокерами никогда. То есть, да, была тяга использовать да, элементы рока и попа. Сейчас это больше европоп. Ну, эта музыка более популярная, нежели рок. Ну и, допустим, я люблю более такую облегченную музыку, но качевую. Вот. Наверное, не популярная, а доступная. Не люблю, когда валево происходит. У меня начинает голова болеть, я начинаю нервничать. Вот. Например, что вы слушаете? Что можно найти в вашем плейлисте? Coldplay, Moderat, M83, Muse, Placebo. Утяжеленный человек. Ну да. Газманов. Леонтьев. Для души. Никто не без греха, да? Нет, ну там Тейлор Свифт, Эд Ширан. Джастин Бибер, я знаю, да, последний альбом, да. А в национальном отборе вместе с нами будут принимать участие еще 24 участника. Как вы оцениваете своих коллег, конкурентов? Есть ли у вас вот для себя вы определили, с кем будет сложнее всего конкурировать?
Ну, да. Допустим, вот слева от меня сидит гитарист нашей группы, вот. У него никогда нет конкурентов. У него... Он их устраняет. Я скептически отношусь. Скептично просто. Нет, мы оценивали 24 участника на 3 полуфинала. То есть у нас фактически 8 человек, 7 с нами. 7 человек, которых надо было рассматривать как потенциально. То есть там есть Sky, который уже с именем нашумевшим, и у ребят песня хорошая. Конечно, допустим, лично я их воспринимаю, то есть с ними тяжело будет бороться. Я слушал еще 2 песни, кого не скажу, а остальных никак не расцениваю. Потому что он просто не слушал, не понимаете. Я послушал, не, ну... Я скажу, в нашем эфире очень много сильных и достойных. Получается, мы являемся там... Ты знаешь, кто там? Да, я знаю всех. Ну вот у нас был в гостях Олег Собчук. Я могу сказать, выступает первая выступает группа Sky, вот вторые выступаем мы, третий выступает монах Хромия. Возможно, да. Возможно, я ударение не так поставил. Вот. Потом в нашем эфире Лалико, в нашем эфире Татьяна Решетняк, в нашем эфире Мама Рика и Арсен Мирзоян. Вот. Самый... Все правильно. Нет. Да, из всех... Ну, мы считаемся, да, наверное, малоизвестными. Ну да, это так. Но... Самый сильный с громким именем, конечно же, это Sky, действительно. Но это конкурс песни, а песня у нас достойная. Посмотрим, как оно будет. Но я не знаю, тут не соревнование известности каких-то. Вот. Есть потенциал определенный. Вот. Я считаю, у нас потенциал есть. Нам просто нужно конкретно знать путь, куда действовать. Так сложилось, что в Украине сегодня статусность и узнаваемость артиста определяется количеством концертов, заполненностью залов, ценой билетов. Для вас статусность – это что? Ну, прежде всего, это уважение, конечно же. Вот, наверное, акул музыки украинской. Я всегда стремлюсь получить уважение. Вот для меня почему-то это важно. Потому что, наверное, это реализация каких-то моих мечт творческих. Вот. Касательно заполняемости, да, это подтверждение популярности и востребованности. Но сегодня она есть, а завтра ее нету. Поэтому... Ну, я бы на сегодняшний день, кстати, не мерял бы там, цена билета. Сейчас ситуация в стране, я думаю, не та, чтобы вот такие мерки ставить. Больше я бы больше смотрел на качество материала, да, которое артист, согласен, выдает, даже при вот этих условиях, которые есть, все равно, то есть мышление артиста, как он двигается, какой материал он делает, насколько качественно он это делает, вот это, лично для меня вот это показатели. У вас гастрольная деятельность в этом году запланирована? Куда поедете? Мы сейчас больше решаем проблемы по мере поступления. Да, мы там уже писали, что мы в последний момент попали, грубо говоря, на Евровидение, мы там в последний момент подали заявку, и мы после того, как мы узнали, что мы проходим 24-ку, мы... Подумали, что мы сделали. Мы конкретно на этом сейчас сконцентрировались, мы не строили ни графики там никакие, мы не планировали никаких концертов, мы сейчас только этим занимаемся. А расскажите, как вы строите сотрудничество с радио и телевидением? То есть определенно набор артистов, которые показывают круглосуточно, либо будут по радио. Вы формат сегодня? На сегодняшний день, да. Мы являемся форматными, потому что, допустим, у нас вышел последний EP, да, в 2016 году, он назывался «Немовчи», он украиноязычный. Вот. И большинство песен из этого EP... 3 из 4. Да, 3 из 4. Вот. Это мини-альбом. Играют практически на всех радиостанциях. Вот. И для меня, допустим, это показатель. Да. Потому что раньше мы приходили с другими песнями, и нам говорили, вы не формат. Но при этом у нас нет таких отношений, что здравствуйте, а мы там песню выпустили, можете поставить. То есть все равно нас фильтруют еще как по материалу, я бы сказал. То есть вышла классная песня, ее поставили. Если мы принесем завтра плохую песню, ее не поставим.
и рычагов влияния на то, что там как-то поставки по-братски, типа у нас ни с какими радиостанциями нет. Возможно, это связано с тем, что ввели квоты на украиноязычную песню. Это очень повлияло, конечно. Как вы вообще оцениваете эту инициативу? Я к квотам позитивно вообще отношусь, потому что даже для нас это есть возможность быть услышанным. Да. Потому что когда не было квот, мы бы не сидели, наверное, здесь. С кем бы из известных или не очень артистов вы бы хотели посотрудничать? Возможно, спеть с кем-то там на одной сцене сыграть. Я бы с Вакарчуком, конечно, сыграл, если рассматривать нашу страну. Спел бы. Хотели бы заняться, попробовать себя в другой творческой деятельности? Возможно, сняться в кино? Либо вот с чем вы связываете свою дальнейшую жизнь? Я снимался в кино. Я актер вообще, что пипец. Мне говорят умирать, я умираю. Мне говорят плакать, я плачу. Вот. Мне говорят, хватит, я хватит. На самом деле, да, есть такой. Допустим, за 2016 год я два раза снялся в кино. Это были короткометражки. Вот. И в одной главная роль, а второй фильм тоже практически главная роль. Вот. Для меня это был колоссальный опыт вообще, и мне очень понравилось. И я хочу тоже с этим связывать дальнейшую свою жизнь, потому что считаю, что это немножко неотъемлемые части от моего основного направления. Ребята, а вы? Мы когда клип снимаем, для меня там 6 часов съемок, это вагоны разгружать сутки. Точно нигде бы не снимался. Это для меня это очень тяжело. Это реально надо, просто как-то вот. Вот ему в кайф, я его не понимаю. Это мне тяжело. Да, каждому свое. Да. По 16-17 часов. Я в студии могу просидеть 15 часов, мне такое в кайф, как бы. Но никогда не сидел. Нет, просто сижу. На кухне. Вас можно назвать коммерчески успешным проектом? И тяжело ли сегодня Что мы вносим в понятие коммерчески успешным? Вы зарабатываете своей музыкой? Да. Мы стараемся это делать. И мы стремимся к этому. Mm-hmm. И дело даже не в том, что мы делаем музыку для того, чтобы заработать. Нет, мы прежде всего думаем о людях, прежде всего думаем о творчестве. Но стремимся, конечно, к тому же, чтобы эта музыка приносила нам какие-то дивиденды, потому что, допустим, я не хочу другим заниматься. Ну, не хочу, я чувствую, что я не создан ни для чего другого. Да, я могу писать, мне нравится писать стихи, вот. Но петь – это неотъемлемая часть меня. Я стремился всю жизнь к этому. Мы молодая группа, которая, наверное, только делает первые шаги. Вы так говорили в 2010 году. Да, но вы не представляете, насколько без связи сложно это все сделать. Чего вам лично не хватает для продвижения вашего творчества? Хорошего менеджмента. А вы сами или у вас есть продюсер? Ну, у нас нет продюсера, у нас есть люди, которые нам помогают. Mm-hmm. Вот. Но эти люди – это наши друзья, которые, mm-hmm. в принципе, без опыта, да, какого-то менеджерского. Вот, и спасибо им огромное. Но для того, если мы говорим уже о другой какой-то ступени, это должны быть конкретные медиапланы созданы, вот, конкретные какие-то шаги. То есть это должно учитываться все. Психология людей. Ну, вы же понимаете прекрасно. Чем вы любите заниматься в свободное время? Чем вдохновляетесь? Каждый из вас хобби, можно сказать. Я люблю компьютерные игры. Не знаю, люблю на природу ездить. Вот. Максим? Читать, писать стихи. Нам повезло, что наша деятельность, она является и хобби. Вот, поэтому музыка, она наполняет жизнь полностью, поэтому, в принципе, ее хватает с лихвой, помимо того, что мы еще. Фильмы смотреть. Понятно, кому-то не хватает, судя по всему. Песни писать, слова. Кому? Возможно, вы не раз об этом говорили, но наши зрители и читатели об этом еще не знают. Название для группы, как оно появилось, почему Люмьер? Был 2011 год, и я очень хотел найти группу, чтобы быть там фронтменом. Это громко звучит. Чтобы быть там директором. И
Я полез в интернет, а на тот момент я учился на академическом вокале. Нет, я вру. Я уже учился на эстрадном вокале. И я полез в интернет для того, чтобы найти уже какую-то группу, у которых просто не было вокалиста. И я искал все, я заходил на разные рок-сайты, и группы играли только там в тяжелом стиле. И я нашел единственную группу, которая отправила свои материалы, а все потому, что они слушали такую же музыку, как и я. И мне написали, сказали, приходи, вот тебе песня, выучи, приди, спой. Вот, я помню, я отправил свои какие-то портфолио, фотографии с видео с концертов там с разных. Глиеровских. Да, глиеровских. Пришел, спел, и так мы начали сотрудничать. И название группы было уже. Оно было, и я спросил, что это за название, что в переводе мне сказали, это свет. Я потом почитал, и мне очень близка эта философия, идеология. Вот. Да, и вот так вот Люмьер. Вопрос лично к вам. Uh-huh. Вы из Донецкой области. Да. Дома бываете? 3 года не был. А родные? Мама была у меня летом. Uh-huh. Полмесяца была. Сложно сейчас очень. Как-то для меня это очень больная тема вообще. Я даже не знаю, что тут говорить. Ну, у меня, допустим, не получалось приехать. Хотя я очень переживаю вообще, что там происходит. Я очень хочу в свой родной город попасть, потому что для меня это источник силы какой-то, источник вдохновения. Я вырос на Донбассе, и там очень много хороших людей. Несмотря на то, что говорят, я получил свое воспитание именно там. И лучшие черты я впитал именно там. Когда попаду, не знаю, но очень хочется. Сложный вопрос, но, возможно, вы знаете, что нужно сделать нынешней власти украинской, чтобы война на Донбассе закончилась? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не политик, я музыкант, я занимаюсь музыкой. Говорить с моей стороны, что нужно как-то договориться, я многих нюансов не знаю. Как обычный обыватель, да, обычный человек, который ходит, дышит воздухом, как и вы, я бы просто сказал, что люди просто должны понять, что мы не должны убивать друг друга. Мы должны жить, наслаждаться, радоваться жизни. Что для этого сделать, я не знаю. Я бы спел, наверное, каждому, если бы это растопило сердца. У вас есть такая возможность, я вас очень попрошу спеть кусочек из вашей песни, конкурсной, либо любой, другой, для наших зрителей. Макс, можешь спеть? Можно станцевать, если хотите. Лучше спеть кусочек, да? Да. I can't take this anymore. Everything is bought and sold. Until ends to not count. Yeah. I won't believe anyway that there's no more we are love for everlasting one. Yeah, I know I reach out for the stars. I'm gonna make it there, make it there. Yeah, I hope I find my only one who's gonna dream like me, who'll see the world changing. До встречи 4 числа.